8 месяцев назад на этом месте стоял штурмовик Ил-2. Сейчас здесь круглые сутки работают несколько десятков людей из строительной техники. Врисовываются очертания многоуровневой дорожной развязки. Сейчас основные усилия брошены на подготовку к бетонированию вот этой следующей секции тоннеля. Она запланирована с четверга на пятницу. На бетонирование одной только плиты фундамента уйдет 1200 кубов бетона. Основные работы по строительству тоннеля и северной рампы строители обещают закончить к осени. В будущем эта современная двухуровневая развязка сможет пропускать 50 тысяч машин в сутки. Но это в 2017 году, а пока прорабатывается новая схема движения транспорта, чтобы строители могли приступить к следующему этапу работ. Сейчас мы разрабатываем схему для того, чтобы начать копать южную рампу, то есть северную раскопали, южную, то есть въезд в тоннель. Сейчас эта схема прорабатывается, обсуждается со всеми органами, согласовывается. Сейчас объект готов почти на 25%. К августу эта цифра увеличится до 40%. Ход работ на контроле губернатора Николая Меркушкина. В свой визит сюда он отметил. Последние годы ситуация с дорогами в Самаре начала постепенно меняться в лучшую сторону. Мы сейчас работаем только с теми подрядными организациями, которые имеют допуск СРО, применяют только современные технологии и работают на новом оборудовании. Валерия Макарова, Константин Головин. События.